Вести Карачаево-Черкесия. Здравствуйте, в студии Марти Киев, коротко о некоторых событиях. 6 региональных проектов отобраны Минсельхозом России для финансирования в этом году в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». В Карачаево-Черкесии создадут карту транспортной доступности населенных пунктов. 6 спортивных залов будут отремонтированы в этом году в рамках нацпроекта «Образование». Далее об этих и других темах подробнее. В Малом зале Дома правительства Республики обсудили вопрос создания программы транспортной доступности между населенными пунктами. Соответствующее поручение правительству региона дал глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов в рамках прямой линии с жителями республики. По словам заместителя председателя правительства Республики Евгения Полякова, в муниципальных образованиях региона проведена определенная работа. Для удобства граждан республики информация по регулярным маршрутам уже размещена на официальных сайтах и на страницах в социальных сетях администрации районов. Принято решение расширить список сайтов, на которых актуализируют расписание по регулярным маршрутам автобусов. А заместитель министра промышленности Карачаево-Черкесии Аслан Гедугов отметил, что уже разработаны графики движения автобусов по всем муниципальным образованиям. Соответствующая информация доведена до всех глав и собственников остановочных пунктов. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов сообщил, что к 2025 году наша республика будет полностью газифицирована. Это значит, что каждый, даже самый отдаленный уголок Карачаево-Черкесии, будет иметь доступ к голубому топливу. Нам осталось 2 календарных года, 23-24, будет газифицировано на 100%. Магистральные газопроводы придут во все населенные пункты, во все ущелья нашей республики. Соответствующее соглашение и план синхронизации с ПАО «Газпром» был подписан председателем правления Алексеем Борисовичем Миллером и мною. Все, что касается социальной дегазификации, конечно, после того, как магистральный газопровод будет проведен во все населенные пункты, конечно, у нас вырастает количество заявок на социальную дегазификацию. Принято решение с Межрегионгазом о том, что мы делаем подвод к самому дому за счет средств Межрегионгаза Черкесск и правительства Карачаево-Черкесской Республики. То есть мы на себя берем уже сам подвод к самому дому. Представители государственной власти Карачаево-Черкесии почтили память российского политического деятеля, уроженца Карачаево-Черкесии Юрия Хамзатовича Калмыкова. Присутствовавшие на мероприятии возложили цветы к памятнику Юрия Хамзатовича, который был открыт в 2008 году в центре республиканской столицы. Юрий Калмыков – российский политический деятель, юрист-цивилист, профессор, доктор юридических наук, заслуженный деятель науки и заслуженный юрист, основатель совместно с Виктором Тарховым Саратовской школы гражданского права. Юрий Хамзатович – автор 10 монографий, около 200 научных статей по праву собственности, субъектам гражданского права, теории гражданских правоотношений, жилищному, семейному и наследственному праву. Карачаево-Черкесия вошла в 25 самых экологичных регионов России. Республика улучшила свои позиции на 2 пункта и закрепилась на 22-м месте в национальном экологическом рейтинге по итогам осени прошлого года. Экообстановку оценили во всех 89 субъектах страны. Подсчет баллов организация «Зеленый патруль» подводила по 3 критериям – состояние экосферы, техносферы и социума. Кроме того, в формировании ежегодного рейтинга учитываются количество и качество информационных материалов в СМИ и социальных сетях. Источники могут быть самые разные – органы власти, общественные экспертные организации, активисты и так далее. В Министерстве физической культуры и спорта подвели итоги 2022 года. Руководитель ведомства Рашид Узденов подробно рассказал о том, чем запомнился этот год, и отметил наиболее важные спортивные мероприятия в регионе. Действительно, год был очень насыщенный в части спортивных мероприятий, начиная с зимних видов. А в начале года мы их проводили. Это День снега, День чайника, соревнования по горнолыжному спорту. Их несколько было по различным возрастам, соревнования по сноуборду. И дальше пошли соревнования по летним видам спорта, тайквондо, дзюдо, бокс. По тайквондо, если взять, проходили соревнования очень такие титульные, это на призы президента тайквондо у нас было соревнование. Также были соревнования «Мамлюк Челлендж»,
Это межрегиональные соревнования, рейтинговые. Победители этих мероприятий переходили на следующие этапы соревнований. Это российский уровень, уже международный уровень. Далее были мероприятия по дзюдо. Вот буквально недавно закончился турнир в памяти депутата Карачаевской Черкесской Республики Атабиева Расула, тоже мастерский турнир. Так далее были мероприятия по боксу. Например, вот недавно мы в Донбайе проводили в честь генерала Баташева. Было большое количество мероприятий по вольной борьбе, как и внутри региона, так и выездные, где наши ребята показали высокий уровень подготовки. Наш календарь очень насыщенный, провели с учетом всех вот этих неровностей там из-за пандемии и так далее, около 400 мероприятий. Также большое количество мероприятий проходит в физкультурно-массовых для привлечения населения, занятий физической культурой и спортом. Сразу 6 региональных проектов отобраны Минсельхозом России для финансирования в этом году в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Социально значимые проекты будут реализованы на территории 5 муниципальных районов республики. Планируется провести капитальный ремонт и реконструкцию общеобразовательных учреждений, а также учреждений культуры. В 2023 году в республике запланированы строительство и реконструкция 202 объектов. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ региона Ринат Семенов. В этом году у нас снова амбициозные планы. Мы планируем начать строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 202 объектов. Строительство – это у нас и дорожная инфраструктура, и инженерная инфраструктура, и объекты здравоохранения, образования, культуры. Российским детям поступают звонки из Украины, просят открывать дома газовые конфорки. Предостерегают в региональном министерстве образования и науки. В связи с этим родителям нужно удалить телефонные номера детей из свободного доступа, проверить их аккаунты в социальных сетях, в каких группах состоит их ребенок. Предполагают, что анонимные звонки поступают из Центра информационно-психологических операций Украины. С началом нового календарного года в нескольких республиканских школах стартовал капитальный ремонт. Недавно в 13-ю гимназию Черкесска временно перебрались учащиеся из школы номер 6. Комментирует информацию директор школы номер 6 Галина Клименко. Мы в таком же режиме, как работали в нашей школе, так работаем с 9 января и в данном здании. В две смены. Смены сохранены, расписание сохранено. Часть предметов только у нас, получается, мы перевели на очно-заочный формат. Это родные языки, это где-то ОБЖ, где-то технология. Мы организовали и медкабинет, чего здесь не было изначально в той у них школе. Медкабинет, организовать для себя медкабинет, он функционирует, буфет для детей старшеклассников. А дети младших классов, они ходят так же, как ходили и ученики 13-й школы, в основное здание для приема горячего питания. Из запланированных привить в эту кампанию 60% провакцинирован 51% жителей республики. Всего на сегодняшний день прививки получили 209 539 человек, в том числе 51 700 дети. В настоящее время заболеваемость ОРВИ и гриппом в Карачаево-Черкесии соответствует средним многолетним показателям. По итогам прошлой недели в республике эпидемические пороги заболеваемости не превышены. Каждая новая мутация коронавирусной инфекции будет заразнее предыдущей, но при этом не будет усиливать тяжесть течения заболевания, считают ведущие врачи-инфекционисты. Ранее в Роспотребнадзоре страны сообщили об обнаружении первого случая заражения под видом омикрон-штамма Кракен в Пензенской области. По данным ученых, Кракен не вызывает тяжелого течения заболевания, при этом он является самым заразным вариантом вируса за всю историю пандемии. Кроме того, отмечалось, что впоследствии он может стать доминирующим вариантом коронавируса. В управлении Росреестра по Карачаево-Черкесии подвели предварительные итоги деятельности управления в сфере земли и недвижимости в прошлом году. Вместе с тем озвучены новшества в системе регистрации и изменения в законодательстве. Комментирует информацию руководитель управления Аминат Батчаева.
Нами была проведена совместно с кадастровой палатой Карачаево-Черкесской республики следующие мероприятия. Были внесены границы 30 муниципальных образований из 100 муниципальных образований субъекта, из 148 границ населенных пунктов внесены 130, осталась очень маленькая цифра. По территориальным зонам тоже продвинулись, можно сказать, более 50 границ территориальных зон были поставлены на учет и внесена вся информация в Единый государственный реестр недвижимости. По реализации 518 федерального закона можно сказать, что управлением совместно с органами местного самоуправления, с органами государственной власти нашего субъекта тоже проведена большая работа. Если мы будем говорить о цифрах, можно сказать, что более 50 тысяч объектов ранее возникших прав уже поставлены сегодня и права зарегистрированы. Более 1000 ранее учтенных объектов недвижимости также внесены. И с учета снято более 2000 объектов по субъекту нашему. На территории кафедрального собора во имя святителя Николая Чудотворца Пятигорской епархии начал работу социальный пункт «Николин уголок», где ведется прием и выдача необходимых вещей. Бытовую технику, коляски, одежду и многое другое могут получить многодетные и малообеспеченные семьи, бездомные, одинокие пожилые граждане. В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» на базе гимназии номер 18 Черкесска с конца прошлого года начал свою работу второй в республике детский технопарк «Кванториум». Детский технопарк поможет раскрыть потенциал учащихся в освоении современных технологий и выбрать будущую профессию. Его образовательные программы рассчитаны на возрастную категорию от 10 до 18 лет. Об этом сообщила директор гимназии номер 18 Рабия Джандарова. Мы можем использовать то оборудование, которое мы получили на уроках химии, физики и биологии. Мы получили много оборудования по электричеству, это по физике. То есть это то направление, которое у нас прописано в школьной программе, поэтому учитель в полную мощность может использовать все это оборудование на своих уроках. Теперь то же самое касается биологии. Мы как бы уже и практиковали, очень большое оборудование мы получили. Ну, допустим, у нас микроскопы, которые также используют с 5 класса в программе уже изучение там и клеток. И то же самое у нас и по химии получено оборудование, которое мы можем использовать на уроках. То есть не только доп. Образования. У нас колоссальные возможности именно в учебной программе использовать все, что мы получили. С начала этого года в стране заработал Социальный фонд России. Он образован путем объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. О том, какой будет структура соцфонда, как совместят офисы ПФР и ФСС, что изменится в работе с гражданами, рассказала заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда Республики Ирина Тамбиева. Наши офисы остаются по тем же адресам. Специалисты, которые осуществляли прием в фондах социального страхования, они переедут на наши площадки. И все услуги как фонда пенсионного, так и социального страхования можно будет получать вот по адресам клиентских служб Пенсионного фонда. Это важно, чтобы люди знали, куда им с января обращаться. 6 спортивных залов будут отремонтированы в этом году в рамках национального проекта образования федерального проекта «Успех каждого ребенка». Спортивные залы обновятся в школе номер 3 станицы Сторожевой, 4-й гимназии Усть-Джугуты, в школах села Бискес, аула Инжичишха, поселка Мараягы и села Таллык. В прошлом году ремонтные работы прошли в 4 образовательных организациях Карачаево-Черкесии. 4 образовательные организации также оснащены открытыми плоскостными сооружениями. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южной четверти 4,9 метра в секунду. Температура воздуха плюс 7-12 градусов. В горах местами до плюс 6. Утром местами на дорогах гололедица. В горах свыше 2500 метров лавина опасна. В Черкесске без осадков, ветер южной четверти 4,9 метра в секунду. А столбик термометра поднимется до 10 градусов.
это все новости к этому часу. С ними вас знакомил Умар Тикиев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. До новых встреч!